Христос воскрес! Пойдемте. Это Евгений из Екатеринбурга нас встречает. Подарок оператору. Ну, спаси Христос. Подарки оператору. Ваши карты. Так. Это вы можете отдавать на местах стоянок. Прямо оставляйте их, чтобы их сбрасывали. Вот подарок вам, мои книги. Новый Завет. Для Слова Божия не от уст, и к истину православия. Подержи. Вот эти четыре книги, это библиотеки ваши Путина карты. Есть, патриарха. Это вот моя супруга Настя. Приятно. Сейчас, секундочку. Спасибо. Так, надо взять побольше, визиток. Сейчас я достану. Да у меня там лежат, куда я достану? Вот это вот адреса, куда вам нужно будет сбрасывать видеоматериалы. Раздадите им тем людям, у которых оставите флешки. Давай, у которых оставляем флешки. Понятно. А. Вот адрес, сюда зайдете и просто можно будет скинуть. А дальше мы перешлем это Гавриилу или еще куда-нибудь. Или вы сможете там выложить в интернет через YouTube. Есть у кого-то пароль? Да, есть. Да, у нас все есть. Вот, ну там разберутся. Вот если что, вот вопросы. Да. Можно так, будет не задавать. Чтобы не забыть, сразу дадим наши визитки. Понятно. И здесь адреса... Абсолютно все наше. В интернете, хорошо, где хорошо. Мы флешки о, будем оставлять. Хорошо, хорошо. Там 6 флешек, но они, вот я тут написал, это отдельно специально вам листочек, что при каких настройках камеры, какое количество минут у вас будет записано на флешке. Вот на Ютубе показывается видеоизображение вот с таким вот где-то качеством. Только одно, да? Их там много, но вот это оптимально. Надо бы выделить, подчеркнуть вот, это. Лучше всего выделить. Будет HG лучше. 13 мегабит. Так, это надо, это, решать, Евгений, надо записать. Да. Вот. Что лучше HG, например, лучше HG. А на машине можно там. И это допустимо, да? Да. И видеофайл делайте по 15 минут, не больше. По 15 минут. Да, еще тут конверт, здесь немножко долларов, ну, на всякий случай. Ну, спаси Христос. Так, это вам передаем. Те листочки тоже передавайте. Давайте групповую фотографию сделаем. Да, конечно. Так, давайте, а где? Давайте сделаем фотографию. Надо, чтобы... Надо камеру включить. Сделаем фотографию. Фото. Фото. Поставьте фото. Все понял. Это мой знакомый Mail.ru. Это составлял Сергей. Я полностью. Хорошо. Хорошо, отлично. Хорошо. Давайте теперь снимемся. Я вас теперь вас всех снимаю. Куда вам много? Что вы расстанете? Это сокровище, которое будет. Хорошо. Будем читать. Встреча с Евгением недалеко от Челябинска сегодня, 28 мая 2014 год, едем на Москву. Значит, слушайте, я что скажу? Когда люди встречаются, понравились друг другу и теперь молятся верующие, чтобы Господи соединил нас, чтобы дружба была наша безвечная, как Китай с Советским Союзом. Есть другая политика. Господи, пусть эта наша встреча будет последней. Мы никогда не встретимся, если это не угодно тебе. Если в этой встрече есть что-то зазорное, предосудительное, ради корысти какой-то. Мы же этого не знаем, Бог знает. То есть сначала нужно разрушать, пророку Иеремии сказано, а потом созидать. Но если тебе это угодно, удари все препятствия, что мы были роднее родных. Потому что родство кровное, оно кратковременно для этой жизни. Мы родные только по Христу. По крови Христовой, что Он Христос умер за нас. И поэтому у нас так сроднил, мы едем как одна душа. Вас не знали никогда, если мы были неверующими, мы еще ради мы встречались. Сергей, это только кого вы уже знаете из нашего круга. Это все делает Христос. И поэтому каждой встрече я сразу представляю, Господи, проверь, нужно это или не нужно. Я вас не знаю, вы меня не знаете. А если Богу это угодно, Он так сделает, что мы будем самые лучшие друг друга. Да. С Богом. С Богом. До свидания. До свидания. Храни Господь.
надо протереть? Ну вот. Николай, спроси.